кстати, в первобытных обществах уже были дикари, так скажем, в кавычках, они определяли как? Значит, их вожди, шаманы и прочие, они были наблюдательны, и они выделяли среди уже людей в малом возрасте, среди детей, они выделяли тех, которые способны к управлению. Потому что психический склад, когда мы рассматривали все, что связано с генетикой, мы с вами сказали о том, что психический склад у человека складывается к 10-12 годам. И потом уже мало что можно изменить. Поэтому они определяли мальчиков по потенциалу их развития, их души в 7-14 лет. Это вот есть такая книга Тайлора «Первобытная культура», издание 1989 года, там об этом говорится. То есть дикари, они подходили более целесообразно к оценке кадров, нежели наши.